Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Филат. А вот у меня долгожданный ролик по Бравл Старсу. Блин, это так громко. По Бравл Старсу. По просьбе подписчиков я буду снимать Бравл Старс. Это будет, наверное, первый и последний ролик. Но если вы наберете 10 лайков, тогда я сниму Бравл Старс. Так, чуть наверх. Ого. Интересная графика. Дух интересный. Итак, если вы наберете 5 лайков, а то и меньше. 10 лайков, короче, а то и меньше 10 лайков, я буду снимать стендов и Roblox. Ну это как уж следует. А если вы наберете. А если вы наберете, например, 12 лайков, тогда уже я снимать опять. Вау, нахер. Нахер гандам, блядь. Что-то гандам, блядь. Что-то началось. Вообще первый раз играю. Бравл Старс. О, ты кто такой? Ты кто такой? Молодой, А, ну все, это изи, бау. Бравл Старс. Говно. Так, как меня зовут? Ты пацан. Рак. Мувик. Пацан, как мувик. Так. Так. 1.36. Он бардак крал, дай, усал ты. Так, ребят. Не знаю, что там делать. Ой, а усилять, на. Так что лечь? Воу. Ой. Ой, ёшик. Я самый лучший боец. На. Fuck you, bitch, motherfucker. Пошел нахер, блин. Ой, ребят, меня сейчас грохнут. Вау. Я вообще играю не с этой оружием. Научился стендофе сразу зажимать. А то я не умею зажимать. Я даже не знаю, как это играть. Как играть, а? Я сейчас типа грохнут, что ли? Фак. А сколько у меня жизни, ребят? 10 лет. Под этим роликом какой-то мой подписчик напишет отдай мне аккаунт. Я отдам ему аккаунт. Я 12 лет пойду в торг. Все, бой окончен. Кто выиграл? Шаг, первый. Вау! Я играть не умею. Выйти на меня, потому что я играть не могу. Ок, так. Пока играй. Я играть не умею, что-то шлю. А я не умею играть. Я реально говорю, я никогда в жизни не играл. Бравл Старс. Это, наверное, нет. Только не первый раз, когда я играю. Вот я видел, как моему другу выпал Леон, по-моему. И Сейли. Сейчас. Сейли. Нет. Здесь тоже будет. Сейли. А вот Синди, вот. Да, ему вышел Сейли. Недавно. И у него есть Леон. Вообще, блин, пацаны. Вот, давайте пытаем. Балансируйся. Тренировочная пещера. А я никогда в жизни не играл. Мне кажется, снов лучше Бравл Старс.
Который наверняка выйдет сегодня же. О, как лагает. Всё, чудо живёт. Я вообще не имею в виду эту игру. Чат команды, что такое? Создать клан, чат клуба. Спортклуб. Какой клуб может быть? ПВП есть? Вот. О! Ну и все, почему он не умер? Ой, я хочу PvP вступить. О, я в клубе, ура! Что такое? Что у него есть? Ох, вот что у него есть. Я не знаю, что это такое. Но, ребят, я играю не умею так. Я не умею играть. Вот смотри, даже маски делал. Так, кто я? Фраг. О, смотри. Вы видите, где он? Научит играть, подойдут еще голды с ночью. А я что делал, я сам не знаю. Короче, ребят, это последний карт, я больше не буду играть в Brawl Stars. Если вы наберете... Нет, 20 лайков хочу. 20 лайков, тогда пойдем играть. Люди тут играют, а? Как вообще играть в эту игру? Как убивать? Как убивать? Где это? А, заряжена пушка, не заряжена. Ой, куда я? Чё, иди сюда. Иди сюда, говно. Иди, чё? Чё, говно? Ой. Вот что такое. Возвращение. Не потеряй свой кристалл. А в чём у меня кристалл есть? Кто выиграл, я? Фраг мой звёздный игрок. А, я шире? Жетоны награду. Я тут попросил своего друга, чтобы испытать эту игру. Ой, я очень люблю пить. Много чего. Спасибо. Давайте мы... О! Что? Блин, я хочу это открыть. Так, ребят, короче. Всем... До скорой встречи и всем пока. Не забывайте подписаться на канал и добавлять на друзья. После 110 подписчиков я сниму для вас...